пение в микрофон. Победивший получит приз. Итак. Зазнала должна была спеть частушки, но испугалась. Мы остались без частушек. Итак, посмотрите, какое у нас ужасное, но ужасно милое есть привидение. Итак, привидение, даешь круг вокруг масленицы с диким криком, подбегаешь, кричишь микрофон. Дайте пространство, пожалуйста, привидению. Привидение, вперед! Один крик! Ну так себе, слабенько.